На заседании также выступили известные ученые в сфере нанотехнологий, представители регионов, сенаторы. Приятно отметить, что по итогам встречи в качестве рекомендаций при разработке региональных программ развития биотехнологий предложено использовать опыт работы, в том числе и Чувашии. Подробнее о работе научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации в ближайших выпусках республики. Напомню, 28 июля президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства о праздновании в 2019 году 550-летия Чебоксар и в 2020 году столетия со дня образования Чувашской автономной области. Уже сформирован оргкомитет по подготовке к празднованию обоих значимых дат. Оргкомитет возглавил министр культуры России Владимир Мединский. Заместителем председателя назначен глава Чувашии Михаил Игнатьев. В состав Федерального оргкомитета вошли 15 человек. В их числе академик Российской академии наук Анатолий Деревянко, ректор МГУ Виктор Садовничий, заместители руководителей федеральных органов власти. В их числе заместитель министра регионального развития Российской Федерации Сергей Дарькин, который побывал в республике. Чувашию в составе Федерального оргкомитета представляют спикер Госсовета Юрий Попов и глава города Чебоксары Леонид Черкесов.